Несчастные случаи или преступная халатность, предстоит разобраться следствию. В Иванове возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным следствия, 41-летний электрик коммерческой организации, выполнявший работы на стройке детского сада в микрорайоне Рождественский, скончался от поражения техническим электричеством при выполнении электромонтажных работ на башенном кране. Трагедия произошла в конце сентября. Установлено, что заказчиком работ не были выполнены организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Погибший допущен к выполнению указанных работ без ознакомления с рабочими процедурами, производственной инструкцией, а также с руководством по монтажу башенного крана. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, спор и закрепление доказательств по уголовному делу.